Пучдемона вызвали в суд для дачи показаний. Бывшего главу региональной администрации Каталонии ожидают в суде 2 и 3 ноября. Бывший глава региональной администрации Каталонии Карлес Пучдемон, которому в Испании могут грозить 30 лет тюрьмы за подстрекательство к мятежу, вызван в Верховный суд Испании для дачи показаний. Так, Пучдемона ожидают в суде 2 и 3 ноября. Как сообщают информагентства, политику также приписывают участие в антиправительственных выступлениях и незаконное присвоение госсредств. Наряду с Пучдемоном в суд приглашены еще 13 членов его администрации. Напомним, 27 октября испанские власти приняли решение отправить Пучдемона, а также глав департаментов региона в отставку. Источник. Русская служба DW. По материалам сайта newsgro.com.